Ja, det har jeg med. Ты на качельке катаешься, Ангелиночка? Да? Ничего себе! Ты под музыку? Сама себе поешь? Сама пою, сама танцую. Класс! И листочки принесла, Павел, покажи. Да, вот. Пока мама разорвала по телефону, она водила на Ангелину, и Ангелина до кустика подходила, обрывала листики и приносила папе. И еще хочу заметить, что она срывала постоянно с одной и той же ветки. Чтобы кустик еще остался жив, мы ее убрали. Да там куча кустов, она находила тот же куст и ту же самую ветку. Какая розовощекая. Сегодня еще пела песню типа, про воробья. Повторяла А можно я выкину ваши листочки? Или ты Ангелине дай. Вот дай ей на реакцию посмотрим. А ну останови. Сейчас медленно. Ангелиночка. На, листочки. На. Ну не хочешь, можно их выкинуть? Смотри, шопар. Смотри, смотри, шопар. Ангри. На ляле возьми. Да? Давай. Амелия! О, заметила. Ты что мои листочки выбрасываешь? Да, их собирала. Катай, катай, полчаса. Папа. Давай, девочка будет. Так. Девочка уже взрослая. Опа! А сама будешь, Ангелин? Давай еще раз. Ну, не понимает вообще кайфа от этого. Я тоже в детстве не любила эти горки. Жик! Да,